Да. На броне автомобиля Росгвардии. Фотографируй. Первый серебро-броне автомобиль. Первый на вооружение войск Российской империи. Броне автомобиль. Изготовлялись еще с Украины в 1914 году. Т-8-20, выпускающийся с 1939 по 1945 год. Форпа. Легковой автомобиль с рабочим двигателем 3,5 литра. Бремен, Германия. БМВ 326. Первый четырехдверный седан среднего класса. Впервые был представлен на выставке в 1936 году. Рабоче-крестьянская армия 1941-45 годов. Автомобили, мотоциклы и бронеавтомобили. М-72. Советский тяжелый мотоцикл выпускался в крупной серии 41-го по 60-е годы на заводах МЗ, КМЗ, МЗ, Красный Октябрь, КМЗ. ГАЗ-67 и ГАЗ-57Б. Советские военные полноприводные легковые автомобили с упрощенным открытым кузовом